Всем привет, с вами снова Алдиар, и я продолжаю серию тактических роликов по Rainbow Six Siege. Разбирать полностью профессиональную лигу я, конечно же, еще обязательно буду, и этот формат прекрасно подходит для тех игроков и людей, кто готов играть в стаки из 5, но этим же форматом я как бы и оставляю просто таких обычных геймеров, как я и мои друзья, которые играют вдвоем, втроем, порой чаще всего один, и как же поступать... Когда ты один, ты не можешь всю команду свою рандомов уговорить поступать правильно, как тебе захочется. Это часто очень редко такое случается. Поэтому надо искать какие-то выходы. И, собственно говоря, родились вот такие ролики очередные, где я буду показывать какие-то соло-вещи, которые можно выполнить самому, одному в рейтинге, достать киллы и достать себе, собственно говоря, победу. Давайте сперва посмотрим вот эти три момента, которые я хочу вам показать на Зофии на карте Банк. Дальше я разберу эту тактику уже подробнее. Приятного просмотра. Над тобой, да, видимо, где-то? Да просто... О! Просил, нет? Не успел это просить. У нас чувак своего застрелил просто так. А у меня окна заблокированы здесь. Вот он там, скорее всего, сидит, блядь. Я понял. Сейчас ты ебала бы разбивать тебя. Все, минус. Ты стреляешь с пистолета? Только что я, да. Наверху видишь сломанная хуйня? Это Алзик сделал. А что, захожу? Да-да-да, тут чисто. Вас обнаружили. Кто? Где? Куда? Камера, скорее всего, висит в главном холле. Убрал. Минус алиби. На втором? Да. Снова зарашили. О, ребята, на клип врали. Great positioning from Great Warrior Aldiar. Итак, чем же хороша эта позиция, кроме того, что она сама по себе и так идеальна, если ее занять, даже если вы играете в соло. Однако, если вы играете со своим другом, одним или двумя, даже одного друга достаточно идти в пару, то позиция, которую вы занимаете, которую занимает ваш друг, позволит вам просто истребить роумеров на ровном месте, особо не рискуя получить ответный огонь. Что должен делать ваш друг, пока вы там висите? Собственно говоря, ломается вот это вот окно. Необходимо, естественно, это окно сломать, его задронить, уже убрать оттуда, собственно говоря, роумера. Он будет понимать, что с открытым окном делать нечего. И вдруг просто занимает позицию вот на этом большом окне на крыше. Просматривает, прекрасно видит до того самого угла. Открывается ему обзор. Ну и все, пожалуй. Ну и видит весь этот холл, собственно говоря. Так и получается, что друг смотрит именно с той позиции на этот угол. Вы с этой позиции смотрите тот же самый этот угол. И просто практически основные переходы и моменты, где можно роумить на втором этаже, вы перекрываете, собственно говоря, быстро убивая роумера, как это было показано в видео. Однако позиция эта хороша не только, как я говорил, тем, что в дуо она залетает. Она также залетает, если вы идете в соло играть в рейтинг и просто сами решаете, что и как делать. Надеюсь, вам было интересно. Ой, всем хорошего нового сезона, всем спасибо за просмотр, рассказывайте обязательно друзьям, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока-пока.